дорогие друзья! Это программа «Супер Детки» и ее бессменная ведущая Лилия. Онлайн-проект «Супер Детки» 7 месяцев радовал своего зрителя. Более 10 коллективов города приняли в нем участие. Но, к сожалению, наша программа завершается. И сегодня вы смотрите финальный выпуск первого сезона «Супер Деток». И откроет наш финальный выпуск интересная личность и начинающий актер, юноша из театрального кружка «Волшебная маска» Савелов Лев. Меня зовут Лева Савелов. Дружу со спортом, увлекаюсь юриспруденцией, люблю путешествовать, узнавать что-то новое, книги, компьютер, мои друзья. После небольшого перерыва снова начал ходить в «Волшебную маску». Творчество всегда мне было по душе. Карамелькина, дай домашку списать. Я же знаю, что ты ее сделала. Не дам, ты сам должен ее делать. На то она и называется домашняя работа. Жадина, говядина, злая шоколадина. Зачем обзываешься? Это не есть хорошо. Вот я возьму и расскажу всем, какой ты. Ябеда соленая, на горшке вареная. Шишками набитая, чтоб не была сердитая. На грубость нарываешься? Неприятно же слушать такие слова. А ты еще заплачь. Чакли-макли, у тебя глаза намокли. Если долго будешь плакать, то лягушкой будешь квакать. Болтай, язык не потеряй. Лучше бы так на уроках балаболил. Я скажу тебе на ушко про зеленую лягушку. Но никому не говори, потому что это ты. И обзывайся, хоть охрипни, ничего ко мне не липнет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это все, что ты можешь сказать в ответ? Учись говорить нормально, по-пацански. Или ты хочешь своей воспитанностью вывести меня из себя? Что ты? Как я могу вывести тебя из тебя? Ха, мы еще и умничаем. А щелчок по носу не пробовала? Воображуля, первый сорт. Куда едешь? На курорт. С белым чемоданчиком целоваться с мальчиком. Ха-ха-ха. Домашку жалко дать списать. У, вредина, до дырки проедена. Гламурненько одета, твоя песня спета. Ты хочешь, чтобы я отвечала по-пацански? Я правильно тебя поняла? Правильно, не давай. Ну так вот, на твои обзывалки у меня есть отвечалки. И если ты продолжишь обзываться, я, дружок, тебе отвечу. За углом с дубинкой встречу. Встречу и скажу, что глазами захлопал, что губками зашлепал, домашку захотел списать. Списывай! Только сделай сначала все на черновике, а то... О! Ладно, сделаю все сам. Че там решать-то? Так, ну-ка. Ага, два землекопа копали. Да елки-палки! Что же они там все копают? В первом копали, во втором копали, в третьем копали. Уже седьмой класс, а они все копают. Эй, новенькая, дай домашку списать. За первый сезон проекта «Супердетки» мы увидели множество сыгранных сценок, интересных песен и завораживающих танцев.
И последний танец в первом сезоне проекта танцует хореографическая студия «Кредо». Встречайте бурными аплодисментами у своих экранов! Здравствуйте, меня зовут Анна Максименко. А меня Настя Максименко. Мы учимся в 6 классе в школе номер 3. Мы, кроме школы, занимаемся бисером, поделками, рисуем, но больше времени уделяем танцам. Мы учимся в хореографической студии «Кредо». Нашего хореографа зовут Наталья Викторовна. Мы много выступаем и ездим на разные фестивали. Чаще всего мы выступаем в ДК и на разных мероприятиях. Сегодня мы вам покажем наш танец, он называется «Пролог». Мы его танцуем в стиле джаз-моден. Желаем всем вдохновения, творческих успехов и радостных эмоций. До свидания!